Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Венгрию в Sid Meier's Civilization 6, карта Архипелаги на восьмерых. И если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше начните смотреть с самого начала. Ссылка есть в описании к этому видео. А спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, спасибо им за поддержку. И приятного вам всем продолжения просмотра. Ну вот почему... Бессмертный не обстреливает этого скаута. Объясните мне. В чем прикол? Почему все варвары против меня работают? Ну, стреляет по моему гору. Рядом стоит скаут. Стреляет по мне. Так, здесь, ну, можно, наверное, на акведук вырубить. Тут мы открыли игры и развлечения, так? Судостроение. Значит, тут начинаем развлекательный комплекс. Кстати, вот здесь будет промышленная зона тоже нормально. А если я здесь Колизей построю, то здесь можно будет театралку. Например. Блин, очень мне вообще все не нравится в этой игре. Очень прям неприятно. Все делается. Единственная радость Артемида построилась, но это, скорее всего, просто... Дед, давай насчет. У людей не было лагерей, и все. Так бы я тут явно... Ну, я ее поздно построил просто. Я ее начал там на 37-м ходу, а люди на 37-м ходу уже ее строят. Раз, два, три. Ух ты, убил. Так. Чё-то где ты все на архипелаге сразу воюешь? Ну, в этот раз не наше. Хотел жить мирно, он говорит, нет, я хочу воевать. В итоге упороли друг друга. То есть минус 2 у нас? Считаю, что да. Ну а договориться нет. Ну я ему предлагал. Он отказался от друга. Хотел воевать. Так, давайте подумаем. Ну, арена вот. в шести клетках дает счастье городским. Раз, два, три, четыре. Есть. Раз, два, три, четыре. Блин, где он тут будет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, есть. Два города. Три, четыре, есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, есть. Отлично. До этого только не дотянется. Ну, кайф, если я смогу. Я, наверное, даже не кампус буду, а именно этот строить. Колизей. Не хочет со мной солью поменяться. Шелк. Блин, а написано 2. Так, арена. Вырубаем. Так, опять надо будет карточку на строительство чудес поставить, очевидно. На рабочих бессмысленно стояло, ни одного рабочего не построено.
Я бы еще поставил карточку на стены. По-моему, она у меня есть, да? Нет. А где она открывается? В оборонительной тактике. Блин, это далеко. Мне просто стены надо построить. Ладно, давайте стены, потом маяк. Так, ну, я точно в героических, кстати, а в каком веке остальные у нас? Все в нормальном, а я был один в темном. Кайф. Ну, из трех. Там еще четверо где-то. Так. Ну, закончим с этим лагерем. А я надеюсь, мы с ним закончим. И это все, то есть только один бессмертный тут останется, который меня напрягает. Я апну в мечника и думаю, разберусь. Главное, чтобы тут не появился сейчас никто из варваров. Меня сейчас просто сгорит я. Если еще один сейчас юнит тут появится, Тоа вот этот вот. Потому что тут именно Тоа появится. Фу, нету никого. Пойдем лис ремонтировать. Так, кого я встретил? Шингетти. Слушайте, так у меня тут на религию-то очень неплохо, и Наска, и Шингети. Вот Шингети я как раз за союзу, потому что он международные внутренние торговые пути получает плюс один веры за каждого последователя, основанной вами или доминирующей религии. Понимаете? Поэтому в Шингети двух. Я сразу еще кого-то встречу. Чудо? Чудо. А, вот где у нас Рим. Мои караваны плюс 6 веры дают. Один караван, правда. Влад, здорово. Дарвил, здорово. Привет. Здравствуй. Здравствуй. Фига, я тут очков насобирал. Ну, слушайте, еще вот тут город, да, влазит? Вот сюда причем. У тебя возле Наски столица или какой-то? Не-не. Наску хочу сжечь. Нет, я против. Зачем? Ты религиозно играешь? Да. Мне надо ее убить. С чего бы тебе надо убить? Города. В смысле, там мои города рядом с ней, ничего тебя не смущает это? Так мои тоже. Я же там рядом за ней, я прям за ней живу. Только снизу, а не сверху. Так, ну что, Колизей. Нет, я уничтожаю этот лагерь, пускай меня убьют этого лучника, но это просто уже невозможно. А, так, 15% к ну, в принципе, чудесам. Прям очень нужна. Ну да, конечно, можно вера. Ну и как бы, если ты там потом хочешь свой город ставить, как бы в соседях получается, мы, а так хоть между нами город. Ладно. Так, плюс 5 против варваров может убрать. Да, погорячился. Давайте пройдем. Лучше дружбу и проход. Даже не на самом деле торговать особо тут не с кем. Ну, тебе, правда, чтобы со мной торговать, тебе надо как-то с другой стороны отплывать, потому что, мне кажется, до этих городов, где у тебя там плывет скаут, где мы встретились, у тебя не будут добегать. У меня снизу как раз города есть. Типа вот на береге, где Наска.
Ну вот, с той стороны у меня есть один город только. Но туда ты хотя бы сможешь караван отправить. Смотрим, я сейчас разведаю. Давайте оборонительную тактику, или не надо мне оборонительная тактика? Мне ничего не пришло пока. Так, ну из встреченных мной как бы только ацтек более-менее чуть хорошо впереди меня. Но мне кажется, когда я города поставил, я только в три города играю. Блин. Не спать, ты встретил? Кинул. Не встретил. Кого? Пока. Давайте посмотрим, что там у встреченных. У ацтека 5 городов. У Рима 5 городов. У Греции 4 города. У Нубии 3. У Индии 2. Да, но это вот тут меня убило, к сожалению. Ремонтируем. Обстреливаем. Мне храмы еще нужны. Так, Дир еще не в нашей религии. Но мне вообще... Слушайте, может мне сделать уже пару миссионеров и отправиться ацтека обратить? У меня... Ну, хотя бы одного миссионера давайте. У меня веры хватит на поселенцев. Убитый флот Индии плывет ремонтироваться, да? Да. Блин, теперь об этом знает Египет. А я не знал, что у нас Египет есть в игре. Давайте спалим все нации. Да нет, Египет. Давайте. Что уже скрывать? Я за Китай. У меня вот шумеры выпали. Я опять за Россию. Я француз. Да не, ты не за Россию, не придумывай. Я за Венецию. За Венецию классно. Прикольно. Хотел вражеский лагерь опять ГГшкой стал. Один город считайте. Золотой век? А никакого профита нету такого. Так, давайте подумаем. Брать ли мне исход евангелистов? Ну, наверное, вместо перо и кисть возьму исход евангелистов все-таки. Конечно, тут плюс одна культура за каждый специализированный район, круто. Но и распространить свою религию сейчас быстро тоже круто. На ацтека. Так, значит, сразу начинаем покупать поселенцев. Тут. И тут. А, вот уже не хватает. Ну ладно. А вот город был какой-то индусский, очевидно. Унса тоже классно, но я поберегу пока. Послов. Так, ну этот, понятно, сюда пойдет. Этот туда поплывет. Что? Ты что украли? Раку. Я. Тут и тут спасибо. Надо ставить. Ну прости. Видите, уже лагерь варваров еще один появился, но этот
точно не вырастет, я тут город поставлю, он тоже ни во что не превратится. То, что он копит оставался, он плюс за промзоны. Промзоны так рано. Да, я против промзон. Там кто-то в промзон. Давайте лучше в эти гавани. У всех гавани. О, гавани, кайф. Гавани тоже пойдут. Промзоны, извините, там кто-то в промзонах, мне еще до промзон хрен знает сколько. И что, научные под банем? Да, научные под... Я, правда, ни одной не встретил. Давайте забаним. Давайте забаним промышленные, может, не знаю. А зачем? О, он даже не, забанен. Не, я голосую за научные. Бан научный. Научные просто есть. Промышленные есть. Какая логика? Я их не вижу, научных я вижу две. И у одной есть сюзерен. Кстати, а у меня не стоит вообще на... Да, мне знаете, что поставить на гавани как почему раз производство. Почему есть какие-то, типа, имбовые, которые надо убрать? Просто то есть Фес, например. Фес — это супер... супер город для религиозных наций. Это куча веры. О, куча науки за веру. А ее религиозные нации встретили вообще? Я не знаю, честно, кто религиозный. Ну, я и Рим. Я ну, знаю. Сюзерене — это не религиозное, поэтому нормально. Там ее гавань упусти. Не дает научный. Зашел. Хорошие задачки, не надо. Да не, надо их убивать. Здорово. Вот тут наши города стояли, видишь? Да. Там дальше, пока очень интересно. Да, блин, чё не с кем торговать вообще нечем. Народ, что торговать нечем? Сделайте там себе два этих. А я тут же ресурсы накопил, а торговать не с кем. Кому апельсины? А мне апельсины подойдут. Я ж мер, обмениваюсь, я кидаю предложение. Микс, подруга, вы отказались от моего предложения, да? А, нет, давай подружим дальше. Так, оборонительную тактику открыл. Так, во-первых, посела. Во-вторых, ну блин, ставить, ну, тут не будет строиться священное место, пока это говно тут стоит. Ой, просто нет слов. Прямо такие вот юниты максимально неудобные заспавнились. Хоть тут я закончил уже с варварами разбираться. Слава богу. Просто слава богу. Так, мне нужен караван сразу, наверное. В Малинальку из печи. 6-6. Ну да, наверное. 140. Тогда давайте акведук построим. Ну,
Феодализм, потому что это ускоряет стремя. А стремя мне... А, вообще пастбище. Нафига мне там пастбище? Так, я не придумал, что в Дьере строить. Рабочих, наверное, надо. Вадим, предложение. Так, ну я поплыву просто, понимаете, поселом. Ой. Там... Больно народ сидит. Больно злой. А, вообще тут давайте торговца. Хотя я его купить могу. Ладно, давайте купим. А, еще одного могу построить. Тогда этого покупаем. Этого строим. Сейчас бы пойти всех обратить в религию, да? Атеизм у кого-то, у ацтеков. Ну и сколько у него веры в ход, извините? 17, ну? Ну, неприятно, что сосед религию сделал. Блин, а Шенгети. Давайте в Шенгети. Но еще хочет караван заодно. Блин, я раньше открыл военную инженерию. Чем надо. Ну да ладно. Ладно, я, короче, галерами не успеваю оперировать. Фак. Влезли. Так, ученичество. У нас плюс 100% гаванем стоит, кстати. Но пока строить нечего. 70 науки у ацтека. Блин, мне надо... Ой, слушайте, мне надо правительственную площадь решить, где ставить. Как-то я случайно бахнул. Ну, мне кажется, надо вот где-то вот здесь организовывать, судя по всему. С этими городами. Или здесь. Ну, кстати, вот здесь, наверное, на овцах неплохо. Будет. Так, тут больше вроде не влазит нигде город. То есть я к тому, что я не могу не бояться, что этот гипс выкупит.
Ацтек, например. Петра Нубия построила, ну, это нормально. Для Нубии. Можешь, пожалуйста, сделку. Сколько у меня следующий стоит? Посел 160. Спасибо. Ну, тут в Буде, наверное, храм... А, подожди, храм я не открыл еще. Нет, открыл. Надо будет храм сначала, а потом кампус. Так, ну я думаю, что мне вот тут нужен... ППшка нужна. Значит, что в печи надо будет строителя сделать. Так, самая большая армия у Египта и Индии, но дело в том, что они между собой воюют. Поэтому, наверное, мне беспокоиться не стоит, тем более, что у меня с этой стороны пока вообще только один город. Так, ну вот теперь время безудержного роста, я думаю. Так, значит, куда мы можем отправить? Я, наверное, буду смотреть, чтобы Шенгети еще дофига давал. Вот, из печи в Теотиуакан. Ну, собственно, да. Ой, блин, в Буду... Дебил. Минус ход. Почему воины ГГшки не исчезли, когда я город захватил? Что? Я захватил город. А юниты города не исчезли. Ну так ты же захватил город. Как они должны были остаться? Так они не исчезли. А, не исчезли? Этот город раньше был варварским лагерем. А, кстати... А это осталось, что туда можно послов еще отправлять? Осталось. Вот еще что нам надо делать. Типа, нам нельзя в захваченные ГГшки отправлять послов. А самое интересное, и даже войну нельзя объявить, чтобы убрать своих послов. Так, а если будете бросать, то у меня город тебя отпадет или что? Нет, ничего не бывает, просто будут бонусы получать. Ага. Жестко. Не, ну может войну еще этим ходом нельзя объявить. Следующим можно будет. Так, пора. Хотелось еще одного покупать. Ну, в принципе, я еще три города могу поставить, да? То есть у нас еще три посела. Надо подходить тут. А, нет, я вот этот ставлю сначала. То есть еще два. Мне еще два посела всего лишь. Прикольно. Давайте, наверное... Или не знаю, или сюда. В Диере купим. Наверное, давайте сначала в печи. Сюда поставим. Ну, игра еще сюда рекомендует, сюда-сюда, это, конечно, не ставится. Ну и тут еще. Вот этот остров явно не мой тоже. Так, значит, в печь. О, слушайте, он там уже много городов, что ли, в свое обратил? Два.
Миссионер 80. Так, три религии и без религии. Ну, пойду тогда индуса с Египтом обращать. Кстати. Ну, мне даже не для победы религии, мне для науки. Так, из соседей кто-нибудь в союзы вышел? Что это? Ты же такой резвый и вышел в них? Блин, успеваю опять. Даже не знаю, где они, парни. Они за феодализмом, да. Ну, это еще не скоро будет. Слушай, я, наверное, ученичество так открою. Слушай, а где моя купальня, интересно? Так, надо следить за войсками, наверное, ацтека. Но я бы именно с ацтеком бы союзился. Реально последний посел остался. Сколько будет стоить? 180. Так, в печи строим храм после строителя. Так, Дьер. Кампус тут +3, +3, +3. Священное место +4 там, +5. Давайте тогда тут кампус. Ой, священное место наоборот. Священное место. А кампус тогда сюда. Службы надо менять чудеса. Влияния нет, с губернаторами нет. Строители новые действия. Это интересно. И ну и все, наверное. А где у меня... А, у Довенко сделка. Вот, военную подготовку давайте откроем. Хочу поставить на гавани. Тут отложу на один ход просто. Смотрите, а у меня что? У меня же 3 крауна. Почему 2 из 3 пишет?
Кстати, храм Махабодхи вообще у меня где-то возможен вот здесь. Наконец-то я закончил с этими варварами всеми, господи. Фу. Да, пока не отправляю. Так, тут давайте гавани. Раз плюс 100% у нас стоит. Ну, сейчас я еще плюс 30 поставлю. Так, здесь, значит, вырубаем. И кампус. И покупаем посела. Последнего. Валетта. Вау, вот валетта это круто для меня. Вот зачем нам нужны послы оставшиеся. В валете нету сюзерена никакого. Я там как сейчас вкину. То есть, только не в эту эпоху. В эту эпоху мне есть куда тратить. Ну, я уже вообще поселенцев всех купил, но можно будет там рабочих покупать пока. Да и миссионеры, кстати, миссионеров. Миссионеров, ребята, надо индуса с Египтом обратить. Да и Дебрецен с Эстергомом побыстрее. Позволяет покупать здания в кампусах и театральных районах за веру. Ват, это у ацтека. Ну, тоже приятненько, да? Ничего не скажу. Не хочу пока усилять никак свою религию. Никуда не отправляем послов. Тут стоим. Кстати, давайте я этих на автомат поставлю. О! Можно погладить. А у него собачки просто. Я понял, короче, захватывать гигешки, которые от варвара, вообще невыгодно. У них еще постоянное недовольство. Типа считается, что это как будто город человека. Прикол. Абсолютно бессмысленно стало. Классно. Здорово. Давайте добавим режим, который будет забагованный. А баги править будем, такой котик спрашивает. А другой котик отвечает, нет, не будем. Зато сделаем, чтобы можно было котиков гладить и собачек у скаутов. Да. Первостепенно. Ну, пусть нет, мы тут с тобой уже повязаны. Я не понимаю, у тебя с микро. Мы с тобой уже как вместе повязаны. Я понимаю. Некуда идти. А вы все еще в войне? Ну да. О, контрфорс наконец-то надо открывать. Это на слонах пришел, индус. На галерах. Он на галерах пришел, забрал город, потом я у него тоже забрал. И вот сейчас уже стоим. Ну, на Обуду и Эгер можно не распространять, они сами в мою религию. На Дьер и отсюда бежать, плыть точнее к этим. К индусу с... С Египтом.
Последняя цила. Вот, а тут шумер хорош, я смотрю. Вы в курсе, что у шумера 136 науки? Да. А кто у него соседи? Нубия вон там. Нубия. Ну, типа, готовьтесь, не знаю, к чему-нибудь. Не провоцируй их. Я не буду. Нет, тут реально что-то нужно делать. Не, просто готовьтесь, что очевидно, что он придет на вас нападать. На кого, не знаю, на кого конкретно. А я знаю. На тебя? Ну, конечно. А он удержит твои города? Думаю, что легко. Но, с другой стороны, насколько у тебя хорошие для него города, там же в Нубе есть определенные особенности. Ну, столица у меня хорошая, ну, относительно. Да, кстати, в Нубию, Канаду, Мали, вот их захватывать так себе, потому что, правда, бесполезные абсолютно. Так, давайте исторические хроники уже откроем. Нет, наверное, монархию пока не буду брать. Ну, я бы в теократию. Так, а что я сейчас открыл? Теологию я, по-моему, сейчас открыл, нет? Я божественное право. Тут у нас строительство чудес, кавалерии. А где у нас теократия? Может, теократия такая, 8 городов будет обращено, она откроется, я ее увижу. Кампус есть. Ну, дамбу надо. Что, она, по идее, должна довольно быстро строиться. 5 ходов. Тут тоже кампус есть. Что с промышленной зоной? Плюс 3, плюс 3, плюс 3. Я бы скорее здесь ставил. Только давайте сначала рабочего тогда. Поможешь сюда приплыть? Блин, мне надо побольше этих построить. О, Мика. Галер, на самом деле. Ну, как бы, зачем? Прежде чем картографию открывать. Я хочу с тобой советовать. Так, значит, картография 2 хода. Тут. Я забыл лян использовать. Ну, в печь. Лян в печь. Восемь науки идет. Морскую традицию надо открыть. Тоже поставим соседство для гами, потому что она сейчас мне дает науку. Пока. Скон, сказать, до конца эпохи. О, еще дофига. Ладно, давайте куплю еще рабочего просто в Дебрецене. Наверное, даже за деньги. За веру я хочу миссионеров покупать. Так, в печи миссионер.
туда-сюда. В Буде, миссионер. Так, теперь меняем соседство кампуса. Сюда ставим. Ну, давайте, наверное, 30% ветеранства пока поставлю. О, давай-давай, Венгрия. Я не против обращения. Ну, то есть... Этот... На гавани это тоже работает. Еще в очередной раз повторяю, немногие, опять же, знают. Русский перевод обманывает, что 30% только на военные лагеря. Они и на гавани, и на здания в гаванях тоже работают. А так как у нас в Конгрессе это прошло, то еще плюс 100%. Ну, там, правда, плюс 100% к строительству зданий в гавани. Давайте еще гипс. Вообще, у нас есть с кем-нибудь торговать? Народ, у кого-нибудь есть двойные ресурсы? Потому что я смотрю, тут есть двойные, захожу, нету ничего. Да, у меня вообще много, я не знаю. Не-не, Шумер, я даже с тобой не буду торговать, извини. А почему? Что за дискриминация Шумеров? Предложение. Ну, что-то дискриминация. Лёша, союзы появились. Давай. Я предлагаю экономический. Блин, лучником вышел. Давай, может, не экономические? Культурные. Что думаешь, мы по лояльности друг на друга будем влиять? Лёш, сделка. Ладно, с Римом экономически. Я кинул экономический, Алексей. Да, я уже... А, я принял с другим экономически уже. Ладно, какой ты хочешь? Ну, любой другой. Ну, собственно, ацтек... Я уже тоже могу с тобой любой неэкономический. Окей, еще. Я кинул научный. Я даже, честно говоря, не вижу, чтобы мне на кого-то нападать хотелось. Ну, на, может быть, этих потом забрать, ослабленных. Вот только, блин, открыл картографию таки. Ладно. Гореть. Стоп, что? Как ты мне через холмы... А, у тебя город на холмах. Погоди, что? Буду твоим песиком. Погоди, что? О, я вижу Бермудский треугольник. Неудачное для него место. Так, ну мне очевидно, вот тут нужна будет театралка. 100%. Рим. Блин, как растет Буда. Правда, нету еды, нету жилья теперь. ППшечку. Да, да, да. Давайте мы, наверное, тут уберем наконец совет и поставим ППшечку. И мне нужно просто зал для приемов, чтобы губернаторы жилье стали давать. Так, а куда я хочу дальше выйти? Я, наверное, зря каравеллы открыл вообще-то. Ну, давайте в мушкетеры на всякий случай.
Так, Шенгети все еще держим. Вообще, давайте до 6 доведем. Так. Ну зачем ты меня сюда позвал? Уже не надо. Знаешь, я не могу телепортироваться. Так, ну мне, видимо, надо туда плыть. С той стороны плывать. Я падаю. Ты падаешь все-таки? Ну, слоны. Слоны-то не кони. 15% науки в городе. Ну, в печи... А, в печи мне надо соль сделать. А, соль уже сделана. Так. Ну, блин, в Дебрице не на науку. Может, все-таки на тету сделать? Строительство зданий. Давайте вот это. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!